Thank you.
все надписи времен Старого Царства. Вместе. Попробуй. Выпущу тебе кишки. Сигнал!
убью тебя! Тебе не уйти! Oh,
тайный ход. Давно ли он здесь? Очень странно. Где-то должен быть проход. О, ОМОН! Что это?
Великий сфинкс. Он меньше, чем я ожидал. Чтобы найти гиену, мне нужен Мирет, человек Аполлодора. Он торгует где-то на этом рынке. Добро пожаловать в лавку Миреда. Ну, что скажешь? Дрянь. Пошел прочь. Еще не все. Ты ослеп. Других товаров нет. Но есть что рассказать о гиене. Смешно. Так уж вышло. Это самый дорогой товар, что у меня есть. И правда что? Оплату требую вперед. Хватит денег, чтобы мне заплатить. Вот. Держи свои деньги. Ну, рассказывай. Гиена. Не настоящее имя. Ладно, ладно. Не самая удачная шутка. Где ее искать? Гиена. Это Халисет. Давай так. Недовольные покупатели забрали мою лошадь. Их лагерь расположен к югу отсюда. Возьми людей. Верни лошадь. Тогда получишь, что хотел. Ума не приложу, что связывает вас с Аполлодором. Ты поможешь мне? Если Аполлодор хочет, чтобы я ему служил. Вы друзья с Миредом? Едва ли. Просто он мне нужен. Миред редко выбирает защитников в союзники. Он не доверяет власти, но платит щедро. А здесь, в Гизе, мало кто платит. Тут даже песку доверять нельзя. Что вы знаете о гиене? Об этой Халисет? Скажем хоть слово, она нас сожрет. Хватит! Соберись! Нам нужно вернуть лошадь!
Тебе не уйти! Это лошадь Мереда. Он забыл сказать, что покупатели — это бандиты. Yeah.
вернулся. Ты посмотри. Ты забыл сказать, что ее похитили бандиты. Запамятовал. Чудно. Сильнее моей. Ты же говорил, она твоя. Да, конечно, моя. Спасибо за помощь, друг. Тогда ты сдержишь слово. А это безусловно. Но у меня есть еще одно дельце. Ага. Хватит игр. Так и быть. Гиена живет в пещере. Вон за теми холмами. День за днем она бродит по пустыне и ищет кварц. Драгоценные слезы богов. О судьбе тех, кто пытался ей помешать, лучше и не спрашивай. Узнаю, что это очередная охота за тенью. Перейду от угроз к делу, ясно? Клянусь богами. У меня нет причин тебе лгать. Не помри там! Thank you.
А вот и логово гиены. Но Халисет здесь нет. Мерет говорил правду. Нужно понять, где она. Зачем ей запирать в клетку преданного зверя? Прошу! Спаси меня! Гробница Хеопса. Нарисованы все трещины. Она не закончила. Я найду ее там. Я пойду к пирамидам. Эмба Атанг Адхиабум Айит. Гиены. Халисет должна быть внутри.
смеет входить сюда, где царствует молчание? Меджай, прошедший всю пустыню, чтобы найти тебя. Хочешь, прячься, гиена, но гробница тебя не спасет. Я повелеваю, стой! Ступай прочь, и я прощу твое вторжение. Сива была вторжением. Глупец, я Исида, владычица чар. Здесь место богам, а не тебе. Что за странную игру она ведет? Исчезни! Осириса нельзя тревожить! Что же там, за этой дверью? Дикарь! Не спящий дремлет! Стой, где стоишь, не то я орошу бесплодные пески твоей кровью! Что за место? Гробница в гробнице? Здесь ты скрылась, гиена! Алтарь в столь мрачном месте? Что же такое здесь могло происходить? Какие обряды она проводит? Халисет нанесла знаки. Хотела понять их значение? Теплый. Тут ритуальный нож. Жертвоприношение. Дары Осирису, защитнику мертвых. На саркофаге изображение богинь-матерей. Тут какие-то странные знаки. Кажется, я понял, чего хотела Халисет. Халисет проводила обряд. Начала с подношения даров Осирису. Она приносила пленных в жертву. Зачем-то собирала кровь этих бедняк. Она пыталась запомнить знаки. Должно быть, нашла их здесь. Она выучила знаки, нанесла их и завершила ритуал молитвой над саркофагом. Халисет пытается вернуть кого-то к жизни. Кто же там захоронен? Дитя. Мое дитя! Твоя дочь мертва? Жива! Она просто спит. А ты помешал ей вновь проснуться. Но ты вступила в Орден! А гробница? Халисет! Сейчас же замолчи! Мое имя не произнесет тот, кто очернил ее. Я хорошая мать! Я! Ты мне не ровня, падаль!
ничем не лучше приходивших сюда прежде. Что ж, давай сразимся, и пусть твоя кровь вернет мою дочь из мертвых. Я тебя уничтожу, Хелс. Так будет с каждым, кто оскверняет гробницу моей дочери. Я! Хатор, помоги мне одержать победу! Я пришел за тобой, Гиена. Мы разберемся без богов. Ты нарушил покой Ишай, нечестив... Тебя ждет та же участь, что и других нечестивцев. Смерть примет тебя. Я теперь среди мертвых? Справедливость. Ты оскорбила мертвых. Помогла убийце моего сына. И все ради себя. Нет. Я собирала кварц для них. Для магического камня тех, кто пришел раньше. Он дивный. Правда ведь? Осталось понять суть знаков. Это слишком опасно. Теперь уже не важно. Я хотела защитить дочь в жизни и смерти, и не смогла. Осирис, прошу, отведи меня к ней! Она так одинока в полях Иалу! Не оставляй меня тут навечно! Верни мне мою дочь! Прошу! Ты встретишься со своей дочкой, Халисет. Пусть боги укажут тебе путь. Thank you.
времен Старого Царства.